Телеграм-канале Советского района напоминает, что свидетельство о рождении – это первый документ, который нужно получить на ребенка в течение месяца со дня его рождения. Чтобы зарегистрировать рождение ребенка, можно подать заявление с портала госуслуг. При регистрации онлайн необходимо выбрать дату и время посещения ЗАГСа, чтобы не стоять в очереди за справкой. Какие преимущества дает портал госуслуг перед иными способами получения услуги, можно посмотреть в ролике, опубликованном в Телеграм-канале. 25 февраля в субботу пройдет семинар онлайн-школы для приемных родителей. Адаптация в семье и социуме или сколько времени нужно приемному ребенку, сообщает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. На занятиях школы психологи фонда подробно, детально и постепенно раскрывают тему трудного поведения приемных детей. Узнать подробнее о школе и посмотреть расписание семинаров можно на сайте отказники.ру. Ведущие семинара – Алена Сенкевич, Анна Корзун и Алена Маликова. Психологи проекта «Близкие люди». Принять участие может любой желающий. Активные жители Совет ТОС «Орбита» совместно с Самарской общественной организацией помощи и поддержки многодетным семьям изготавливают окопные свечи для наших бойцов, говорится в телеграм-канале промышленного района. Такая свеча может обогреть, с ее помощью можно подсушить одежду, растопить снег, разогреть еду. За эту неделю было изготовлено более 200 свечей. В телеграм-канале Октябрьского района Самары напоминают о необходимости соблюдения правил использования газа в быту. При появлении первых симптомов отравления угарным или бытовым газом нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода, немедленно вызвать скорую помощь. При подозрении на утечку газа незамедлительно позвонить по телефонам 04 или 104, а также по телефонам экстренных служб 01, 101 и 112. Берегите себя, своих детей и будьте осторожны.